Археологи в ходе раскопок в таллинском районе Коломая на площади почти в 1000 квадратных метров обнаружили более 15 тысяч предметов быта и культуры эпохи Средневековья, пишет Благовест.Инфо. Речь идет о культурном слое толщиной почти в 90 сантиметров. Старший научный сотрудник Таллинского университета археолог Эрки Русов рассказал, что среди находок вырезанные слоновые кости и хорошо сохранившиеся скульптурные изображения Христа в Судный день. 25 значков паломников, фрагменты средневековых витражей. Фрагменты сохранились настолько хорошо, что их можно реконструировать. Раскопки на участке продолжатся в течение всего лета.